Ну, вы начинайте. Здравствуйте, мы жители двора Советского, улица Советская, 105, дома 105, 107, 103, 103. Село Новокиевский, Алмазановский район. У нас такая проблема с Нового года. У нас бежит канализация, ее не выкачивают. Мы подавали в прокуратуру заявление, по данному заявлению была проведена работа, был подан иск в суд. Суд обязал сельсовет и на ЖКХ, чтобы привели все в соответствие, откачали нам все септики, убрали нашу помойку. Все это было сделано, но по акту всего лишь на 50%. И с недавних пор у нас данная проблема возобновилась, все бежит. С какой периодичностью? Три дня бежит, день не бежит. Три дня бежит, день не бежит. Да. Пошли дальше. Вот у нас аж все провалилось. Уже стало размывать грунт. Вот наш люк перекосился. Вся территория залита запахом. Ага. Запах, конечно, вот великолепный у нас. Дети бегают. Вот это вся площадь. Вот. Снимаем. От 107 дома идет все к 105 дому. Тут по-хорошему дворы вообще, даже ребенку выйти погулять некуда, потому что все залито напрочь. То есть сейчас это будет еще плюс ко всему таять, пока она подзамерзает. А начнет таять, так вообще мы задохнемся в этих нечистотах. Это уже декабрь, январь, февраль, март. Четвертый месяц пошел. С 1 января у нас началась эта проблема с утра. И это все, это вся площадь, это залито. Так, это получается уже 103 дом. Соседний дом. Все, отходить. Здесь даже не долбили. Не, там долбили немножко. Немножечко вон там в конце. Немножко подолбили. Немножко там, немножко там. Здесь тоже вот растекание, видно ручеек, и все бежит под сарайчики. Люк тоже перекосился, блин. Вот даже в 103 доме на первом этаже живет мальчик на коляске, заблокирован у него вход, он даже на улицу выйти не может из-за вот этого гололеда. Нету возможности человеку даже выбраться на улицу. Это наш путь на помойку. Наша мусорка. Здесь вот ЖБО выносится с 101 дома. И все залито в бугор. Ароматы непередаваемые. Мусор своевременно тоже не вывозится.
Все это растаскивается собаками, потому что мусор вывозят раз не знаю во сколько. Два контейнера на 5 домов. Этого недостаточно. Плюс у нас вот там какое сообщежитие? 101-е, да? 101-е. У них там нету канализации. Они все свои отходы все выносят вот сюда, вот на помойку, потому что туалет, который предназначенный для выброса отходов, он не функционирует. И все это выливается вот прям везде. Сейчас это все начнет таять, и люди будут тут задыхаться. Так, ну вроде все, да? Все, спасибо за внимание. СОС. Просим обратить на нас внимание и помочь нам разобраться с этой проблемой, потому что жить так больше невозможно.